Всем привет! Это канал из Москвы в Израиль. У нас была целая неделя дождей, когда мы сидели дома, пили вкусный глинтвейнчик, баловались всякими вкусняшками и еще время от времени красили стены. Надеюсь, мы скоро закончим наш ремонт, и у нас станет гораздо больше времени, потому что сейчас все наше время занимает квартира. Мы делаем ремонт, мы ищем мебель, я покупаю всякие штучки-дрючки для уюта. В общем, обустраиваемся. Вот сегодня первый солнечный день, завтра мы планируем поехать на парад снегурочек. И самое интересное, что на этом параде я буду, как вы думаете, кем? Не догадаетесь. Я буду елкой. Не знаю, как это будет выглядеть, потому что сейчас похолодало, и платье, которое планировалось, уже вряд ли я надену. Будет совершенно другой образ, более спортивненький. Но, тем не менее, я буду елкой. Еще к нам обещали приехать Дедули Морозы или Санта-Клаусы. Я не знаю, кто они здесь. Санта-Клаусы. Поэтому я думаю, что будет очень прикольный парад. Еще мы закупились огромным количеством шампанского, конфет. Так что я думаю, что завтра будет прям вау-день. Еще у нас на этой неделе был с Денисом выпускной. Нам вручили еще одни дипломы, чему мы тоже очень-очень рады. Наверное, даже сделаем стену почета, а также передаем привет Женечке. Вот, ну и всем остальным ребятам из нашей группы. Вот сегодня такое солнце, сейчас повернись, покажу, сейчас оно прям выглянуло обалденно. Я сюда перейду. Боком. Сегодня пятница, шаббат. Мы идем гулять по набережной, потому что наш ребенок пригласил к себе в гости друзей, так как его комната уже полностью готова. Она прям красивая такая, мальчуковая комната. Даже успели повесить картину, спасибо Саше. Мы решили пойти погулять, подышать свежим воздухом, морским воздухом. Так как, еще раз повторю, завтра едем в Тель-Авив, снимем там мою программу и погуляем на параде снегурочек. А сегодня, к сожалению, по плану у нас красить стены. Мы наконец-таки купили краску, за которой охотились почти 3 недели. Оказалось, что эта краска очень дорогая, очень странная. То есть это у нее очень странная основа, не сам цвет. Но так как я, в принципе, творческая личность, мне необходим был определенный оттенок, и мы за ней охотились. И все-таки ее, к сожалению, не нашли. Точнее, мы ее заказали, и она должна была прийти в понедельник, в прошлый понедельник. Но, как всегда в Израиле, ничего не происходит тогда, когда ты планируешь. И мы уже на все плюнули, и сегодня заказали другой оттенок, поэтому я очень сильно паникую. Может быть, даже поэтому мы сейчас гуляем. Потому что если сейчас покупили 5 литров этой краски, если сейчас выяснится, что она нам не подходит, мы будем очень сильно плакать. Точнее, не мы, а, скорее всего, мой муж, который настоял на этом цвете. Почему мы сегодня купили эту краску? Потому что, честно сказать, мы устали жить в состоянии ремонта. Мы решили до Нового года его по-любому закончить. Поэтому сегодня купили уже тот оттенок, который был, и закрыли эту тему. Вот, и закрыли эту тему, потому что у нас осталось из того, что нужно покрасить, только гостиная. Единственное, еще должны прийти... Как это? Спойлер! Еще должны прийти слоники, но они пока еще не пришли, потому что я фанат слоников. Я собираю коллекцию слоников уже, наверное, лет 5-6, может, 7 лет, да даже больше, наверное, около 10 лет я собираю коллекцию слоников. И все эти слоники у меня, к сожалению, остались в Москве, в нашей квартире. Мне их сюда Денис не разрешил взять, потому что он сказал, что нужно сначала обустроиться, а потом уже вести такое большое количество слоников, потому что у меня их действительно очень много. Поэтому мы начнем, наверное, собирать здесь коллекцию заново, а потом, когда вся эта ситуация с пандемией закончится, я, наверное, слетаю в Москву и возьму каких-то слоников. Конечно, всех я брать не буду, потому что это практически невозможно. У меня их действительно очень много. И под них была сделана специально у нас, мы делали такие ниши со стеклянными полочками под этих слоников. Ну, в общем, здесь начну заново. Если кто знает, где есть интересные слоники, где их можно купить,
прям все кидайте ссылки, я с удовольствием съезжу, посмотрю, потому что пока я их особо не видела, мне единственное, что сказали, что слон есть в Икее. Но это большой плюшевый, это не совсем моя тема. Вот, но, может быть, я тоже его себе куплю, потому что вот Платону мы, допустим, купили акулу, и он теперь с ней спит и очень доволен. Мы планируем, как я уже сказала, до Нового года все-таки завершить ремонт. Я не говорю, что мы закончим обустройство, потому что очень много еще идет то, что я заказала. Там всякие шторки, наклеечки и все-все-все-все-все-все. Но, по крайней мере, покрас стен и... более-менее то, как будет выглядеть квартира, то есть мебель. Я уже переделала всю мебель. Денис на меня очень долго ругался, что я не засняла этот процесс. Но просто мне кажется, что это не особо интересный контент. Я просто занимаюсь тем, что делаю предметы интерьера ручной работы. В том числе я и реставрирую мебель, даю ей новую жизнь. И для меня это обыденно, поэтому, если честно, я это не сняла. Но, наверное, для многих действительно было бы это интересно. Ну, посмотрите, как из обычной мебели получилось, как мне сказали, как это слово? Нет, какое-то слово, честно сказать, я его услышала первый раз. Оно называется именно личностное, то есть когда ты делаешь какую-либо вещь под личный запрос. Я не знала, что есть такое слово, оно называется на букву К. Я посмотрю, обязательно добавлю. Это привет Даше, она мне дает новые слова, вот. Хотя и живет теперь в Германии, учит немецкий язык, но мы с ней пытаемся вместе не забыть русский. Потому что у нас здесь иврит, у нее немецкий, а мы с ней активно общаемся на русском. Также из новостей я еще начала вести в нашем инстаграме прямые эфиры, где рассказываю больше информации про Израиль, отвечаю на различные вопросы. Когда-нибудь я решусь и дам на него ссылку, пока, наверное, не факт. Хотя, может быть, если мы наберем уже 1000 до Нового года, может быть, эта ссылка появится, потому что мы с Денисом и с Платоном поспорили. Они сказали, что до Нового года мы наберем 1000 подписчиков. Я сказала, что у нас будет 998. Вот если выиграю я, то, возможно, ссылка появится. Если выиграют они, то ссылка не появится. Привет еще раз, это канал из Москвы в Израиль. К сожалению, техника не выдерживает, поэтому пришлось быстренько сбегать домой и взять телефончик и старый микрофончик, хотя мы уже купили хорошую камеру. Тем не менее, заканчиваю это видео. Хочу перед всеми немножечко извиниться и сказать, что мы действительно сейчас находимся в состоянии цейтнота, потому что у нас ремонт. Мы пытаемся все это успеть до Нового года, потом я еще с 1 числа запускаю 2 своих проекта также на YouTube, обязательно об этом скажу, поэтому, пожалуйста, не сердитесь, мы обязательно всем ответим на все комментарии, мы все видим, я читаю, я стараюсь отвечать, единственное, не всегда все зависит от меня, потому что, допустим, такую вещь, как поставить точку на какое-либо место, я не умею это делать в навигаторе, поэтому приходится дергать Дениса, от этого еще может немножечко замедляться ситуация. Поэтому мы обязательно всем ответим, мы все сообщения на e-mail видим, тоже всем стараемся отвечать по возможности, по тем вопросам, которые есть, мы обязательно снимем дополнительные видео. Вопросы, кстати, есть очень интересные, мы уже давно думали, интересна эта информация или нет, оказалось интересной, так что видео обязательно будут, все будет. Но уже, наверное, в Новом году. Это канал из Москвы в Израиль. Пишите комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы. И, как всегда, будьте счастливы!